Осенью, когда мокрые падают листья, дни короче и дождь облажной моросит, почему-то мне хочется каяться, плакать, молиться и за что-то у Бога смиренно прощения просить. Под окном моей спальни березка совсем пожелтела и, склонив свои ветви, стоит вся в слезах дождевых. Я осенними чувствами поделиться с березкой хотела, но она не поймет ни желаний, ни мыслей моих. Хоть не кончился год еще, сердце подводит итоги. Каждый миг может жизнь оборваться, как высохший лист. Как природа осенняя, хочет она успокоиться в Боге и к весне воскресенью приготовиться в мыслях своих. Сердце хочет проверить, насколько за год оно выросло, сколько было плодов, сколько крупных упало семян, сколько боли оно с Божьей помощью в засуху вынесло, сколько в нем остается еще незалеченных ран. Мне хотелось бы всем передать мои мысли осенние, мою твердую веру, мое покаяние души и надежду на светлое утро весны воскресенья и желание жизни полезней для, для ближних прожить. Пусть осенние листья напомнят нам всем умирание и покорность, смиренную Божьим законом святым. Принесем же достойный евангельский плод покаяния. В день осенний предстанем пред Богом с молением простым.